Я приветствую всех на канале Волк War Games. Это военные игры с Волком. Сегодня у нас программа «Мир оружия». И выпуск будет необычный. Дело в том, что разработчики к дню 4 июля, ну, я думаю, все знают, это день, который празднуется в Соединенных Штатах как день их независимости, обретения, то есть от Британской империи. В честь этого дня разработчики устроили некую акцию продолжительностью 2 суток. В ходе этой акции доступны все абсолютно модели, имеющие американское происхождение, в том числе премиумные модели. Вот. И премиумные модели, значит, к ним относятся мотоцикл Капитан Америка, кастомная версия мотоцикла Харли Дэвидсон. Также Хаммер или Хамви, всем известный джип военный. И автомобиль DMS-12, машина времени из трилогии «Назад в будущее». Продолжительность акции 2 суток, поэтому я немножко подвинул планы. То есть сегодня по плану должна была быть винтовка Арисака. Но поскольку такая вот интересная возможность у нас есть, я запишу 3 выпуска, ну и 3 отдельных будет у нас ролика, посвященных этим американским моделям. Да, плюс еще забыл, F-4U Корсар, истребитель палубный. Так, ну начнем мы, я думаю, с мотоцикла. Капитан Америка, самый узнаваемый мотоцикл в США. Кастомная версия мотоцикла Харли Дэвидсон. Я просто не знал об этой акции. Сегодня зашел в игру, и такое объявление появилось. Я сам совершенно просто в легком шоке таком. Совершенно не думал разбираться с машинами, там, мотоциклами и прочим. Но раз такая возможность есть, то давайте. Так, но, к сожалению, все на английском. Отдельные слова-то я знаю, но сложить их в предложение... Ну, я так понял, начал производиться в 51 году он, фирмы Harley Davidson. В честь чего? А, ну, после фильма, я так понимаю. Ладно, все, не будем гадать. Так, такие мотоциклы еще называются чопперами, насколько я знаю. Так, значит, неполная разборка мотоцикла. Блин, тут даже не верится, что я такие слова произношу. Состоит у нас из 33 операций. Значит, сначала у нас... сейчас текстурки. Что-то у меня текстурки беспокоят. Правильно ли у меня выставлено разрешение? Так, видео... Неправильно. Супер. Почему-то сбрасывается. Вот, сейчас, по-моему, получше. Непонятно почему. Периодически настроечки... Нужно. Так, все. Значит, снимаем сначала мы сиденье с мотоцикла. Потом у нас что? Номерной знак. Easy Raider. Так, потом что это у нас такое? Сейчас. Немножко еще с управлением надо повоевать, потому что управление тут тоже интересно, что-то как-то не очень хорошо настроено. Так, это у нас что? Огни какие-то ходовые. Сняли. Ну, вторая пара отстегивается. Примерно то же самое, когда с велосипедом делал. Так. Так, куча болтов, но зато практически мы достигли результата. Так, а теперь-то что? Колеса, наверное. Колеса. И все. Ну и а почему так? В общем, интересно. Но без этого не обойтись. Так, давайте ставим назад. Так,
Возвращаем на место. Да что ж ты так медленно долетаешь, а? Так, сильно жаловались на звук вот этих ввинчивания шурупов, болтов. Поэтому давайте, наверное, чуть-чуть мы... Вот так вот. Ставим примерно так. Что у нас дальше? Номерной знак. Огни. И седло. Ну вот у нас мотоцикл собран. Так, 50 очков мы на этом заработали. Функционирование интересно, как это будет. Так, полностью он у нас состоит из 238 деталей. Скорее всего, название все по-английски. Но на английском, поэтому тут особо нам переводить будет сложно. Так, ну давайте. Снимаем седло. Так, и она у нас представляет единую деталь. Ничего не отстегивается. Так, дальше. Огни. С одной стороны сняли. Так, далее они у нас все не разбираются, я понял. Так, со второй стороны. Есть, отошло. Теперь номер снимаем. Так. Это не отстегивается, понял. Так, крышку. Крышка у нас отошла. Housing cover. Где у нас передача как раз располагается, цепная. Так. Что там дальше? Колесо нам сказали, да? Колесо вроде. Давайте колесо. Переднее. Так, есть. Колесо отошло. Колесо у нас в программе неразборное. Так. А вот теперь дальше уже нужно гадать. Что снимать? Бензобак? Fuel tank. Так, вот такой вот у нас бензобак. Крышка бензобака. Нет. Дальше уже не разбирается оно дальше. Так, за что ж схватиться-то? Заднее колесо нет, на нем передача надета правильно, да? Вот, снимается у нас клатч. Так. Отошло. Сняли. Так, теперь вот это? Нет. Цепь. Цепь, да. Снимается цепь у нас. Так, теперь вот эти шестеренки, которые крутят, собственно говоря, передачу привод движения. Так, кого дальше-то? Нет. А куда мне схватиться? Ножка? Нет, не хочет. Сейчас, наверное, придется подсказки брать. Может, с этой стороны он, по идее, скреплен же, да, наверное, с двух сторон? Нет. Ладно, давайте, наверное, подсказку, потому что гадать так можно... Да, фара почему-то. Ну, фара так фара. Так, фара отошла. Давайте посмотрим, насколько мы разломали мотоцикл наш. Так. Ага, ну дальше не разбирается. Ну, а дальше что, зеркальце на руле? Нет. Давайте подсказочку. А, ну почти тормоз ручной. Так, тормоз сняли. Дальше нет, да? Все-таки модульная здесь система, потому что если уж совсем до каждого болтика тут докапываться, то здесь можно долго это делать очень. Так.
Ага, это рукоятка газа, я так понимаю. Так, зеркальце. Вот, теперь руль вообще весь. Все, руль у нас отошел. Так, ага, дальше у нас зеркальце, правильно. Так, зеркальце сняли, а ручки? Ручки нет, ручки не хотят у нас. Отстегивается 167 деталей. Продолжаем разбирать мотоцикл. Так, а куда нам дальше-то? Давайте подсказочку. Аккумулятор, да? Так. Клеммы мы... Ну, а дальше что? Ага. Ну да, точно. Логично. Так. Это что у нас? Все сразу, что это отойдет? Ага. Но. Теперь-то нет. Ну, будем по подсказкам, потому что тут сложно достаточно понять. Так, ну теперь-то нет. Это что у нас? Горн. А, гудок, я так понимаю. Ну, вот это я сам догадался. Это возвратная пружина. Так. Так, ну вот у нас мотоцикл уже все больше и больше приобретает разобранный вид. Так, это у нас что? Клатч, левер, рот. Так, куда нам дальше обратить наше внимание? Ага, то есть вся вот это вот электрическое питание, да, у нас провода отходят. Вот, а теперь мы только можем уже вытащить сам аккумулятор из мотоцикла. Так. Дальше, понятно, не разбирается. У нас еще 127 деталей нужно. Так, рама. Рама, рама, рама. Нет, не хочет. Так, подсказка. Вот сюда я не догадался щелкнуть. Сисси Бер. Ага. Так. Так, колесо нет еще? Колесо нет. Дальше подсказочка. Возвратная пружина. Но это все у нас нет. Не разбирается? Не разбирается. Так, далее. Ага, ну это крепление руля. Так. В смысле? Вот это? Ага. И вторая, вероятно, так же, да? Все верно. Так, педаль газа. Блин, куда ты улетел, ты? Да, не поспеть мне за ним. Так, ладно. Это что у нас такое? Брейк-рот. Так, ну до этого еще явно не дошли. Беркинг. Бекинг плейт. Что такое? Ножной тормоз, нет? Так, далее. Это у нас латч. А, вот я так понимаю, сейчас у нас как раз таки, ага, все. Выхлопные трубы с глушителем. Так. Вторая. Так, ну-ка смотрим. От мотоцикла у нас остается уже все меньше. Так, рама пока нет, колесо пока нет. Это что такое? Это у нас ойл. Ну, короче, блин, бензинопровод, как его? Точно. Топлепровод. Да, топливопровод. Так. Дальше. Это что такое oil pipe? Ну, короче, систему шлангов все это снимается. А этот не хочет. А почему? Ну, я же тебя щелкал только что. Так, ладно, сняли. Дальше.
Так, oil tank. А, понятно, это не бензин, короче, это маслопровод был, а это бак для масла, вот такой вот необычно сделанный, а внутри него аккумулятор стоит, он его окружает, получается. Так, это у нас что? Chains Guard, защита чего-то. Так, ну теперь-то нет. Все равно нет. Почему так-то? Так. Вот, теперь у нас... По идее, мы и передачу-то можем, наверное, снять отсюда, нет? Рама, наверное, все-таки как бы последняя. Нет, не хочет. Блин, ну с оружием легче. Там уже, в принципе, понимаю, как оно устроено. Так. С техникой такой сложнее, конечно. Break Road 01. Сняли. Это что такое? Нут 19. Так. Нут 19. О, догадался. Так. Майн шафт. Так, шестеренка. Ну все, наверное, сейчас передача-то у нас... так, трансмиссия. А, вот так вот вся сошла трансмиссия, да? Отдельно не разбирается у нас, нет? Ну, видимо, значит, и танк будет. Вот я гадал, как-то, как же танк можно будет разобрать на детали. Вот, собственно, такими модулями, наверное, он и будет. То есть там двигатель вынимаем, ну, такими составными крупными частями. Так, это у нас что сейчас отойдет? Передача, да? Понял, цепную передачу сняли. Ну теперь-то колесо должно все. Почему нет? Не понял. А, сначала крыло. Так, ну давайте посмотрим. Вот у нас вот так вот все это дело выглядит. Так, теперь, наверное, колесо все-таки у нас есть, да. Все, колесо у нас укатилось. Дальше оно у нас не разбирается. Так, остается у нас по сути рама и двигатель на раме. Вот, наверное, сейчас все здесь и будет у нас сосредоточено. Так, свечи, да? Так, ну вот, да, двигатель у нас снимается. Отделили двигатель от рамы. А, и все, что ли? Успешно разобрали модель. Специалист, 350 очков. Ну, давайте соберем его назад. Естественно, уже повторять эту операцию мы никак не будем. Ну да, вот смотрите, так, конечно, они компактно сделали. То есть я примерно уже понимаю, как танк будет по такой же схеме. Потому что иначе, ну, сами понимаете, это просто абсурд. Так, значит, что мы? Двигатель на раму ставим. И это нам в сумме 23 детали засчитывается. Вот эта вот операция. Ну, интересное решение. Так, теперь трансмиссию стыкуем, да? Так, есть у нас. Состыковали. Так. Что там у нас? Заднее колесо ставилось. Так, есть заднее колесо. Передачу. Так, по-моему, потом крыло. Так, есть такое дело. Дальше. Так. Так. Что там дальше-то было? А, по-моему... Руль собирался, да? Да. Ну, основа для руля, а не руль, естественно. Сейчас вот это вот основа. Так. Сюда, сюда.
Так, дальше. Теперь вот эти вот штанги, да, на которых колесо будет у нас крепиться. Есть такое. Что, уже колесо можно поставить? Ага. Вот и смотри. Вот так вот оказывается. Можно в таком порядке собирать. Даже вот фару поставить. Так, 64 детали. Так. Ага. Так, теперь за что нам зацепиться? Ага, передачу. Сейчас соберем шестеренку. Все, цепь натянули, поставили. Так. Так, так, так. Руль дальше, нет? Да. Можно дальше руль собирать. Так. Что там? Зеркальце. Поставили. Вот, и руль уже можно, да, поставить. Так. Ну, внешне уже похоже, можно сказать, даже на мотоцикл это у нас. Так, здесь у нас что такое? Пока это... Ага, так, это что? Так. Хорошо, что они еще гайки все убрали. Значит, тут, конечно, такой хаос был бы. Так, вторая такая же. Не очень понятно, что это такое. Так, пружина. Это пока нет. Так, с этой стороны, по-моему, еще рано, да, мне кажется. А, не, уже можно. Так. Так, с этой... Подожди, стоп. Аккумулятор же еще не стоит. Так, нет, аккумулятор пока еще у нас не хочет становиться. А, да, куда он встанет, если еще даже этот не поставили. Так. Это что такое? Ну, рукоятка газа, я так понимаю. Так, ну если рукоятку газа, то и тормоз. Нет, тормоз пока не хочет. Это тоже нет. Это понятно. Это тоже нет. Так. Так, это нет, это рано. Так, а что тогда? Что-то я уже тут немножко потерялся. Это все после. Передачи нет. А, подожди, вот эту раму заднюю, да? Есть, поставили ее. А давайте подсказочку. Ага, все, можно вот это собирать, да? Так. Ну и огни можно сзади поставить. И номер, наверное, тоже, да? Да. Так. Передача. Есть, поставили. Так, ну это уже можно тоже присоединиться. Так, крышку. И, наверное, можно даже закрыть, да. Ну, совершенно в другом порядке у нас все идет. Разбирали мы совершенно не так. Так, а теперь, подожди. Глушитель уже... Выхлопную трубу из глушителя можно поставить? Так, вот огонь можно поставить. Так.
понятно, это пока нет. Ну, масляный бак-то что, нет? Не ставится? Тоже нет. А, вот. Гудок, да, я так понимаю. Ладно, берем подсказку. Это что такое было? Ага, так. Это педаль газа, да? Или педаль, как там, зажигание, как она называется на мотоциклах. Вот, а теперь он уже масляный бак. Масляный бак. В него вставляем аккумулятор. Есть, поставили. Так, вот, теперь всю систему вот этих электропитания, да, получается. Вот так вот. Так. Маслопровод, я так понимаю, да? Ага, это сделали. Так, ну и теперь выхлопную трубу. Две штуки. Готово. Так, вот это у нас что за планка? Ага. Так, ну практически собрали, кстати, мотоцикл мы. Так, это куда? Так, тормоз ручной. Бензобак. И седло. Нет, еще что? Что забыли? Какую детальку мы забыли? А. Аккумулятор подсоединить мы забыли. А, еще, скорее всего, тоже. Вот здесь вот, да? Так. Да-да-да. Клем это набросить на аккумулятор тоже. Так, седло ставим. Все, мотоцикл у нас собран. Так, 350 очков. Ну и функционирование посмотрим, как это. Даже не представляю, как запустить двигатель, заглушить двигатель и рентген включить-выключить. Вот это все, что мы с мотоцикла можем сотворить. Так, давайте попробуем. Так, запустить двигатель, да? А как его запускать? Я вот не очень понимаю, как на мотоцикле его запускать. Педалью? Или как? Вообще ключ, наверное, где-то должен быть, нет? Кнопка или как он вообще зажигает? Ладно. Завести. Тьфу ты, она с этой стороны. Так. Завели. Заглушили. Как заглушили, я не понял. Ну-ка, давайте заведем еще раз. Так, а заглушить? Ага, заглушить как-то оно само. Рентген. А, ну он нам цилиндр показывает, да? А как передача крутится, нет? Эх, не дадут нам поездить. Я думал, колеса хотя бы повертятся. Но нет. К сожалению, такого возможности нам не предоставят.
все, что мы можем здесь посмотреть. Жалко, я думал, процесс продемонстрирует в полном объеме. Но, в принципе. Так, ну тут больше ничего не посмотреть, по сути. Да, все. Так, ну вот это был мотоцикл Капитан Америка на базе Харлея Дэвидсона. Собственно, что мы еще можем тут глянуть? Так, выход в менюшку. Демонстрацию. Давайте хардкор. Чтобы совсем быстро. Так, это была хардкорная разборка. Ну, а сейчас нам продемонстрируют, как из этой груды деталей соберется мотоцикл. Вот так вот. Да, интересно. Так, все, друзья, значит, вот такая вот модель мотоцикла Капитан Америка. Из 238 деталей. Так, ну а в следующий раз мы, наверное, посмотрим на... скорее всего, на машину из фильма «Назад в будущее». Интересно. Я ее, ну, визуально-то, конечно, помню. Но так, чтобы посмотреть, как она устроена, фантастическая машинка. Такого не видел. Все, друзья, на этом у меня все. Будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Волк. Всем спасибо за просмотр и всем пока.